выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам Сарова. Начать можно в Саровском драматическом театре. На этой неделе вас ждет премьера. На сцене постановка по произведению Жана-Батиста Мольера «Лекарь по неволе». Комедия в двух действиях 5 и 6 мая начнется в 18 часов. Продолжить отдых можно в парке культуры и отдыха имени Зернова. Работают все аттракционы и павильоны. Отдохнуть всей семьей на лавочке. В тихом сквере или шумной компании, катаясь на любимых каруселях, можно и в субботу и воскресенье с 11 утра и до 8 вечера. Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все, как во всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиози можно 5 мая. Начало встречи в 8 часов вечера. Приятно провести время можно и в кинотеатре. В прокат в канун Дня Победы вышел фильм «Танки». Лента рассказывает о драматическом танковом пробеге, который организовал знаменитый конструктор Михаил Кошкин, чтобы продемонстрировать Сталину свою новую машину Т-34, который позже станет одним из лучших танков Второй мировой войны. Многие критики достаточно прохладно отнеслись к этой картине, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому сходите в кино и сделайте свои выводы. На экран российских кинотеатров выходит давно ожидаемое продолжение популярной киносерии «Мстители. Война бесконечности» от студии Marvel, которая имеет миллионы поклонников в нашей стране. Многим из них уже известно, что некоторым из любимых героев не суждено выжить в смертельной битве с Таносом. Однако для всех стало сюрпризом то, насколько радикально режиссер и сценарист «Мстителей» решили подойти к этому вопросу. Кто останется в живых, а с каким героем зрителям придется попрощаться, узнаете, если отправитесь в кино на этой неделе. Для детей и их родителей в прокате сразу две новинки анимации. Первая – это история про Крошу, Бараша, Нюшу и других героев мультсериала «Смешарики». Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатычу. Он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительное путешествие во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я». И второй мультфильм, который набирает обороты в прокате – «Папа, мама, гусь». Это история про незадачливого гуся Пэм, который неожиданно проявил заботу о двух утятах, став им одновременно и мамой, и папой. Если же вы просто хотите приятно провести время, пообедать или поужинать с друзьями и родными, поиграть в боулинг или бильярд, вас ждут в клубе «Прайм». Изысканная кухня для истинных гурманов, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.